с вами Лиса. Я знаю, что вам нравятся те видео, в которых я не только ем, но еще и готовлю. Кальмаров мы еще не готовили. Это рецепт кальмаров по-восточному с овощами. Есть такое блюдо, можно с рисом, можно просто с лепешкой, как буду делать сегодня я. И мне немножко помидорок черри для вкуса. Ну что, всем приятного аппетита. Давайте попробуем, что получилось. Thank you.
Соус уплыл на этот край тарелки. Собственно, весь секрет мягкости кальмара в данном блюде кроется в этих надрезах. Попробуйте, так он будет супер мягкий. Если
один из крупнейших банков России. Поэтому теперь видео будут выходить немножко реже. Но я не бросаю в канал ни в коем случае.